коронавирусной инфекцией справились еще 213 человек. Общее число выздоровевших приближается к 59 тысячам. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Работа по выявлению новых случаев заражения продолжается. За прошедший день диагноз подтвердился у 340 жителей края. 10 пациентов скончались. Ситуация по-прежнему требует ответственного отношения к здоровью от каждого из нас. Победить пандемию поможет вакцинация. Владимир Путин провел встречу с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. Одной из главных тем обсуждения стало развитие сельских территорий. Как сообщил Владимиров, в настоящее время работы ведутся практически в каждом селе региона. На 343 населенных пункта края приходится 402 новых объекта. В ходе встречи губернатор также представил президенту планы развития региона КМВ до 2030 года. Документ включает более 50 мероприятий, среди которых решение проблем с коммунальной и инженерной инфраструктурой, строительство сетей воды и энергоснабжения, объектов транспортной инфраструктуры. Владимир Путин поддержал планы Ставрополья. Ну, ради интереса решил сравниться. Кавказские минеральные воды и по пассажиропотоку сегодня, по отдыхающим, и даже по свойствам минеральных вод превосходят все аналоги европейские. То есть даже в самые плохие годы мы сегодня имеем 42% от всех европейских курортов посещения Кавказ минеральных вод. Причем я вам хочу сказать, что у нас за последний год, за 19-й, прошлый год не считаю, там 30% обвала, у нас 147 тысяч человек из дальнего зарубежья отдыхало на Кавказских минеральных водах. Из дальнего зарубежья. Заручился регион и поддержкой в развитии мелиорации. К 2024 году площади орошаемых земель планируют увеличить на 100 тысяч гектаров. Владимир Путин сообщил, что федеральный центр и в этом окажет региону помощь. У нас приличное финансирование и поддержка в этом году. Я рассматриваю различные варианты, в том числе связанные не только с поддержкой самого сельхозпроизводства. Вы же знаете, там объемы большие, сотни миллиардов. И на социальное развитие. И, кстати говоря, на дополнительные средства на миллиардов, по 7 миллиардов. В селе Елизаветинском отремонтировали дворец культуры. Как сообщили в администрации Благодарнинского округа, там обновили фасад здания, восстановили лепку и нанесли декоративную штукатурку. В кабинетах и коридоре сделали навесной потолок, а на полу уложили керамическую плитку. Работы прошли благодаря губернаторской программе поддержки местных инициатив. В Минеральных водах завершился капитальный ремонт городской поликлиники на улице Энгельса. Как сообщили в управлении по информполитике правительства региона, специалисты обновили коммуникации и вентиляцию, оборудовали уютный холл и зону ожидания. Работы велись в рамках госпрограммы модернизации первичного звена здравоохранения. В Туркменском округе продолжается ремонт участка трассы Владимировка-Мирная. Как сообщили в пресс-службе регионального Миндора, в общей сложности приведут в порядок 8 километров проезжей части. На отрезке обновят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и расставят знаки. Работы проходят по краевой госпрограмме развития транспортной системы.